находимся в Дубае. Магазин Carrefour, зашли вот посмотреть, что тут за цены. Виноград от 9. 18.70. Потом будет 20.50. Мангустин самый классный. 21.50. Лич 20. Малина 20. Клубника 3.95. 250 грамм. А вот балейка сразу почти 20, 19.95. Там килограмма 2, наверное, да? Не, вот в эти? Нет, вот в нише. А, ниша? Не знаю, по 19.95. Если это брать, выходит 16, если маленький. Угу. Мандарина 6.90. 250. Да. Тут нет, да. Финики почем? Тут разные. 37, 34, 28, 59. Дорого. Получается, орешки. Вот здесь и 39 кедров. А, нет, это такие орешки лесной. 17. Орех. Пирожки 9. Он в Шарже дорогой магазин считается. Да? О, мясо. Говядина. Но у них только говядина и баранина. 92, 102, 56, 44. Фарш. Готовый. Курица. О. Бои. Крабы. 60. Себя в супермаркете я там брал 19. Разница заметная. Ну да, в 20 разница. Креветки 34.90. Рыба. 36.90. 39 большие. Да. 39 крупные. Кабачок 6. Бананы 10, ну тут все привозное, своего ничего нет. Вот желтая слива 16.95, да. Слива, гуава 15. Арбузы 3.20. Арбузики. А вот есть какие-то другие арбузы. Дыня 14.95. И какая интересная дыня, вот эта гладкая. Здесь что, сыры нарезки? Яблоки у них дорогие, 8. Груши китайские, 8. 14.25. 150 рублей почти. Самые дешевые были в Китае. Груши? Да, груши. Палочки кукурузные по 15. No, no. You don't have? Okay. Thank you. Что тут есть еще? Интересное.